После боя с Флойдом Мейвезером, у Маркоса Майданы спросили, каково это драться с лучшим боксером в мире. На что аргентинец коротко ответил: «Не знаю, я никогда не дрался с Геннадием Головкиным». В ночь с 29 на 30 декабря МСК в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 232, главным событием которого станет титульная встреча Александра Густавсона и Джона Джонса. В преддверии этого противостояния бойцы провели традиционную дуэль взглядов. В ходе предварительного карда в октагон выйдет россиянин Петр Ян, его соперником будет бразилец Дуглас Силва де Андраде. В канун боя Ян показал на весах 61,4 килограмма, а его соперник потянул на 61 килограмм.